Радиоканал «Русь-Москва». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей... Радиоканал «Тайга-Восток». Для лиц старше 12 лет. Погода на русском радио. Сегодня, по данным Бисметео, в Биробиджане облачно и небольшой дождь. До 22 градусов.